снег. А Рапунцель что-то загрустила. Ой, денежный дождь? Это правда или сон? Если это правда, Рапунцель хочет себе красивый замок. Что нам нужно для замка? А, крыша из черепицы. Жемчужные стены. И окна тоже. И вот это будет... Правильно! Какой великолепный цветник! Но кажется... Ах, не хватает еще цветов! Так красиво! Что будет в гостиной? Коврик? Диван? Симпатичные подушки! Стол? Диван? Напольная лампа! И много зеленых комнатных растений! Наклейте сверкающие камни! Часы! Отлично, правда? Вау! Ванная такая большая! Каждый уголок такой красивый! Детям обязательно понравится! Какая красота! Добавьте еще геля для душа! Веселого купания, детки! А теперь пора сушиться! Это так весело! Давайте исследуем спальню. Кровать, шкаф и окна. А у деток будет красивая красная и синяя кроватки. А еще нужны игрушки, да? Придумаем наряды для всей семьи. О! Красота. Что это такое? Волшебный Боб? Вау, удивительно! Вы можете в это поверить? Сейчас все узнаем. Круто, круто! Вау, это чудесно! Ой, это просто сон? Нет, Рапунцель! Это все наяву! Привет всем! Мы Кен и Барби! Сегодня очень жарко, правда?
Кен, пожалуйста, купи Барби воды. О, эта машина действительно шикарная. И какой красивый парень. О, с кем разговаривает Барби? Кстати, обменяйтесь номерами телефонов. Почему Кен так долго не возвращается? Ух, какая же это собака? Барби уже в машине? Кен точно не должен упустить Барби. Малыш, одолжи дяде Кену игрушечную машину, пожалуйста. Но она моя! Пожалуйста, верни ее мне! Кажется, погоня будет захватывающей. Добро пожаловать в торговый центр. Похоже, что самый разъяренный здесь человек – это мать и ребенка. У Кена кружится голова. Эй, ребята, вы видите, где Барби? О, Барби в ювелирном магазине? Извините меня, магазин принимает только женщин и VIP-клиентов. Что ж, Кен должен притвориться женщиной. Отличная идея, правда? Будем с нетерпением ждать эффектного преображения нашего красавца Кена. О, очень мускулистая и волосатая девочка по имени Кен. Эта девушка выглядит знакомо. Ну, пожалуйста, войдите. Окей. Кен такой злой, что теряет над собой контроль. Кен, что ты здесь делаешь в таком виде? Что происходит? Это просто недоразумение. Sorry, okay? Oh, yes. Кен, давайте создадим красивое платье для нашей милой и обаятельной Барби, чтобы она его простила. Этот розовый такой милый и успокаивающий, правда? Добавьте побольше сверкающих блесток и бусинок, Кен.
прекрасно, Барби. Желаем нашим мальчику и девочке вечного счастья. Oh, yes!